Вот кто у нас тут. Пойдемте поздороваемся, не бойся. Я добрый Хаги. Я добрый Хаги! Всем хай, с вами Юджин, и вот, друзья, нежданно-негаданно, ребята из Mob Games разродились целой мультиплеерной игрой во вселенной Poppy Playtime, где мы можем с вами играть не только за игроков с другими игроками, но и за монстров, за самих игрушек, то бишь мы сможем побыть даже в шкуре Хаги-Ваги. Я примерно уже разобрался, как играть в эту игру, что нужно делать, ну, конечно же, не без багов адских у меня было это все. Приступаем. Мне лично очень нравится вселенная Poppy Playtime, она меня интригует. Конечно же, геймплей у нее достаточно посредственный, и для меня лично... Вот что это за петюля летающая? Петюля всем! Я кайфую от самой истории, и я бы еще больше кайфовал от геймплея, если бы он был больше завязан на решении головоломок с грэппэком, когда ты подсоединяешь коннектор один к другому и, в общем, ищешь способы это сделать. Для меня это самая прикольная часть, ну, помимо интригующей истории, конечно же. И прикольно, что здесь можно еще и от третьего лица. Так, а стоп, я же готов, я жму окей, все, я готов. И, конечно же, здесь дофига кастомизации. Можно делать персонажа вот таким вот радужным и вот таким вот черным. Оу, стоп, нас монстром сделали? Новый персонаж, кстати, новый монстр появился. Но мы давайте начнем, наверное, с Хаги. Итак, нам нужно всем помешать. Давайте поставим вот здесь вот одного маленького Хаги. Это нужно для того, чтобы он кричал, если вдруг он заметит одного из игроков. Еще одного поставим тут. Все, жди, жди здесь и бди, пожалуйста. Побежали. А, спринт. Мы потратили спринт, он очень долго здесь речаржится. Вон вы все у нас. Я вижу. Саботаж! Я не могу сделать саботаж, почему-то не работает. Ну, давайте просто бить тогда их всех. Иди сюда, куда ты прячешься? Думаешь, я тебя не видел? Все, уронил, бич. Куда тебя складывать надо? Сейчас, потом сложим. Сначала надо еще одного зафигачить. Готов. Еще есть-то? Вон бегает. Ладно, давайте сначала кинем его в люк. Надо этих ребят складывать в специальный люк. На съедение игрушкам. Тебя складываем. Я знаю, что ребята его могут вытащить. А! Вот ты где! Мой Хаги маленький тебя сдал с потрохами. А ну падай, когда я здесь с тобой говорю. Все, упал, умница. Бункер, принимай пожертвования мои. Короче, мне нужно собрать вот таким образом всех игроков. Давайте сделаем саботаж. Я не могу сделать саботаж почему-то. И прыжки у меня позорные. Вот кто у нас тут. Пойдемте поздороваемся, не бойся. Я добрый Хаги. Я добрый Хаги! Все. Слушайте, так легко их ронять, оказывается. Ой, я и хотел в другой люк положить. В итоге всех ребят сюда сложил. Это как-то неудобно. Вон он бегает. Знаете что? Ах ты говно. Я сейчас приду к тебе, не волнуйся. Ребята, где вы? Я вижу ваши следы. Спринт-атака! Вот почему она не работает? Она у меня не работает. Да что ты в меня своими ладошками шлепаешь? Да ты хоть крутись, вертись, все равно я тебя поймаю. Ну что? Давайте сюда. Нет! Ты какого дьявола делаешь? Ты вытащил черного! Надо их в разных местах складывать все-таки, а то как-то они их вытаскивают. А, тебя закрыли, как не повезло. Спринт-атака! Почему она не работает? Слушай, ты подохнешь, кажется. Все верно. Мне нужно в какой-нибудь тебя люк отнести. Так, бди, продолжай бдеть. Какая коварная тварь. Хоп, ты будешь здесь лежать отдельно от всех. Так, кажется, там кому-то помогают. Где ты? Где ты, мой друг? Надо слушать дыхание здесь, если он спрятался. По-моему, вот здесь он дышит, нет? Слышал? Я слышу. Где они? Вон он там решает загадочки свои, а? Надо прекратить этот балаган. Спринт! Ты gonna die! Оно вышел! Все, хорошо, мы его взяли. Тебя мы положим сюда отдельно. Нет ничего страшнее, чем сидеть в темнице в одиночестве. Здесь будет бдеть Хаги маленький. Смотрите. Вон стоит. Ты не убежишь от меня, мой радужный друг. Я тебя настигну, будь уверен. Могу перепрыгнуть? Оп! Красава! А теперь... Нет, я хотел ускориться красиво. Ладно, я тебя все равно догоню, рано или поздно. Хаги, ты кричал, видимо, да, здесь? Тут был один из наших недругов. По-моему, отсюда уже всех достали. Вижу тебя. Вижу, иду. Нет! Хитер, малой. Ага! Gonna die! Есть, готов. Вон еще один чувак. Сейчас мы о нем позаботимся. Раз, два,
я победил! Окей, мы снова на вокзале. Теперь здесь одна ладошка только. Каждый раз они по-разному располагаются. Это часть загадки. Я уверен, интернет будет строить теории на этот счет. Ведь каждый раз, когда выходит что-то по попе Playtime, интернет просто с ума сходит. Тысячи мультиков появляется, видосов, и все такие: «Вау, что это?» Сразу делают видосы на минут 15. Итак, рука, она указывает в сторону поезда, как бы намекая на то, что... Стой, поезд, не едь сюда. Это рука призрака начальника фабрики. Он как бы своей рукой железной руководил всем этим. Короче, я бы делал не так, конечно же. Моя теория выглядела бы примерно вот так. Это баг. У нас забит сервер, игра начинается. Опа, я играю за выживающего, отлично. Ну что, побежали, ребят. У нас получится. Нам нужно найти эту штуку, как ее... Ну, штуку, вы поняли. Против нас Бокси играет. А я даже не знаю, на что он способен. Я еще не играл за него ни разу. Итак, вот сюда нужно будет помещать какие-то игрушки. И вот эту штуку вниз опускать. Слышите? Слышите? Он идет. Он идет. По-моему, он идет за ним, да? Вот. Сразу вместе играем. Давай. Действовать надо быстро. Надо в точной последовательности все делать. Раз, два, три. Черт! Катимся. Катимся и бежим. Перепрыгиваем! Не получится! Он ведь не за мной? Фух, он не за мной. Я жив, я жив, я жив. Итак. Работаем. Фейл! Да быстрее. Быстрее. Давай хотя бы одну решить. Ну. Ну. Я успею. Не отвлекаемся. Фейл! Отвлекся. Фейл! Второй раз отвлекся. Ну что, страшно? Я слышу, как он тут бегает. Есть! Я решил. Я решил, я решил. Давайте, это самое легкое. Ага. Раз, два, три. Ой, стоп. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Ну. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Есть, я решил. Вот это я молодец. Теперь тут нужно код подобрать, который высветится. О, боже мой. Так. Раз, два, три. По-моему, мне... Надеюсь, память мне не изменяет. Вот это. Фак! Он идет сюда. Смотрим. Оп! Прыгаем. Бежим. Вот сюда забегаем. Ха-ха-ха! Я убежал. Ай, да я молодец, по вентиляции свалил. В ту сторону я... Черт, все, он меня схватил. Кажется, он меня сейчас схватит. Но я проворный мальчик. Оп, сюда. Отсюда. Крутимся, вертимся, спасаемся. Не... А, открой! Тянем! Стоп, стоп, он не знает, что я здесь. Он не должен знать, что я здесь. Бежал? Он убежал. Так, давай, чувак, ты это сделаешь, я верю в тебя. А мне нужно вернуться обратно. Вот, здесь я не закончил. Раз, два, три, четыре, раз, два, три. И вот так. Есть! Отлично! Что нам выпало? А, мы как бы собрали игрушку. Теперь ее нужно закинуть. Бегом, 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 бегом. Черт, он знает, куда идти. Мы не можем, кстати... А! Нет! Нет, он меня сожрал. Черт, у меня была игрушка. Было бы очень здорово, если бы меня кто-то спас. О! Как здесь мрачно. О. И здесь мне нужно отбиваться от хаги маленьких. Пошел отсюда. Смотрите, как грамотно все сделано. Они становятся свирепее. С каждым разом спасите меня, пожалуйста, иначе я выбуду из игры. Как сказать, выбывает из игры, но по-другому. Я не знаю. Нет! Спасите нас, ребят! Пошел отсюда. Нет, и нет, не хочу, чтобы мы здесь все подохли. Ладно, втроем нам будет легче справиться, пошел отсюда. Я боюсь, нас никто уже отсюда не вытащит. И рано или поздно хаги нас достанут, потому что они будут становиться все быстрее и проворнее. Ох, напор все интенсивнее. Наши тиммейты забили на нас, по-моему. Либо они уже сидят по своим ямам. А, нас уже здесь четверо, все, хана. Мы просрали эту катку, ребят. О, меня вытаскивают! Спасибо! Прощайте, лузеры! Ха-ха-ха! Так, теперь... Стоп, а как мне вытащить-то своих ребят? О, нет, я только отсюда выбежал. Все, мне не справиться никак с этим. Я не хочу обратно в яму, нет. Привет, ребят, я снова вернулся, да. Хреново, я знаю, вы все на меня надеялись. Давай, Евгений, работай за команду. Засунь их обратно в эту клавку, с которой они пришли. Мне кажется, ли нас здесь меньше стало? Или я здесь вообще один? Меня просто выкинуло из игры.
Я не понимаю, это из-за того, что мы проиграли или что? Или все просто ливнули? Но мы попробуем снова, я хочу поиграть за бокси. А что это происходит? Где мы находимся? Где я нахожусь? А как вы хотите, чтобы я отсюда вышел? О, все, мы можем играть. И как-то без подготовки я даже не успел освоиться. Вон он бегает. Кто это бегает, кстати говоря? Коробочка? Он меня видел? Надеюсь, нет. Я вроде смог убежать. Хоп, налево. Да, я удрал. Отлично, я умница. Вот, пазл. У меня, кстати, нет курсора, он пропал. Это сложнее. Как мне играть-то без курсора? Да, блин, я так не могу, мне сложно. Пэм-пэм. Естественно, я буду промахиваться. О, боже мой. Да нет. Раз, два, три, четыре. Есть, хотя бы это. Ну, хотя бы это. Уже что-то. Оп, шустренько. Спрыгиваем. Пока. Ха-ха-ха. Лузер. За мной как бы гонятся. Я даже не знаю, ребят. Помогите. Иди сюда. Иди, иди. Оп. Итак, эту мы уже все решили, получается. Какую мы не решили. Вау, 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 вау. А щел ты. Ой, не получилось. Может быть, здесь тогда спасусь хотя бы чуть-чуть. Оп. Давай, дружище, решай, решай, умница. И еще вот это решите. Я вам не помогу здесь, к сожалению. Но я попытаюсь, конечно. О, блин, так. Раз. О-о-о! Все, я спрятался. Он не знает, где я. Напугал меня. Опа, нашего взяли одного. Ну, ничего. Главное, что это не мы. Ой, прям сюда бежит. Он меня ведь не видит? Надеюсь, нет. Он меня не видел? Что происходит? Что за музыка? Внезапно все стало таким напряженным, хотя даже не понимаю, что мне угрожает. А может быть, пора всем в поезд? Никакого уведомления нету. У меня, в принципе, интерфейс отсутствует. Но все что-то метнулись туда. Может быть, и мне надо? О, нет, нет. Давай, 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 гоу, 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 есть! Есть, погнали, ребята, дай 5, эй, умница! Ну, я победил. Это самое главное, конечно, да. Спасибо, что отключили мне курсор. Что ж, судя по всему, я очень хорошо играю в эту игру. Теперь давайте, наконец-таки, сыграем за нового персонажа Бокси. Почему-то он бежит сам, хотя я ничего не делаю. Стой, перестань бежать. Так, какие у него способности есть? Оп! О, фига себе прыжок. То, что мы можем прыгать так, мне это нравится. Хватаем чувака, бьем его. Прыгай, оп! Сразу двоих. Ну-ка, иди сюда. Я сейчас тебя догоню. Думаешь, я что, не настигну тебя здесь? Слушайте, а им сложно играть. Чуть сложнее, чем Хаги. А может быть и нет. Ладно, давай тебя сейчас на корм маленьким Хаги кинем. Ах, какого дьявола вы тут все бегаете? Я тебя сейчас ударю. Сюда подошел, я сказал. Где ты? Так, господи. Я ж тебя достану. Я не могу его ударить. Стой. На, все. Поимел. Сюда пойдешь, понял? Потому что плохой мальчик. Ах, ты тут загадочками, да, балуется. Прыгаю внезапно, настигаем. Стой. А, я промахнулся. Но здесь-то я тебя достану. Сюда подошел, посраки получил. От меня вообще невозможно сбежать. Все, опа, я его взял и его дверью прям накрыло. Вутиль, о, кто там посмел играть? Кара настигает! По жопе, по жопе, по жопе. Стой, иди сюда, я тебя плохо ударил. Надо в какую-нибудь другую яму его пихнуть. Вот сюда, ладно, игра за меня решила. Вы здесь, ребят? Ну-ка. Подошел, 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 подошел. Я сейчас тебя захвачу. Есть, готов. В яму пошел. Как ты посмел этим промышлять здесь? Стой. Сейчас обратно в яму пойдешь. Ну давай же, вот, наконец-таки. Я не понимаю, бью я его или нет. Ты освобождаешь своего друга. Не потерплю. Какие вы мальчики проворные. Мне это не нравится совсем. Ускорился. Куда он делся? А, вон ты где. Я тебя вообще не вижу, честно. Совсем не вижу. Так, он куда-то убежал. Я не вижу его. Вниз! Маленькие проказники. Открывайте дверь. Давайте, давайте. Открывайте дверь скорее. О, удар. Сюда подошел. Я бы не дал упасть. А! Все, ты мой. Есть. Дыру пойдешь. Не сопротивляйся. Часть игрушки лежит. Они ее оставили здесь.
Я не дам ее забрать. Сюда подошел, отхватил. Ну что ты играешь же со мной? Блин, сволочье такое. Давайте, чардж. Откройте дверь, пожалуйста. Спасибо. Мне кажется, он один здесь остался. Где он? Не, что он там играется? Вот ты где, я тебя видел. Ты молодец. Ты хорошо держишься, дружище. Мы с ним один на один сражаемся. Но у него мало шансов на самом деле, потому что ему нужно подойти будет и забрать эту игрушку, чтобы выиграть. Ой! Нет, ты перехитрил меня. Но она все еще здесь осталась. Вон он. Сюда, Дим. Подошел, получил, все. Ты играться со мной будешь, да? Есть! Я победил его один на один. ПВП мастер. Да, ну так, говнецо, а не игра, если честно. Но прикольно, чтобы просто подождать третью часть Poppy Playtime. Играть в это, конечно, постоянно. Да.